Бабуля, ешь? Да что ж такое? Слушайте, ну, я только вчера это разучивала на Украине, поэтому могу немножко ложануться. Так. Ты тоже переодевай. Ох, кто? Ну, вообще, чума. Обещаю вам не Деда Мороза, а Бабу-Ягу. Вот. Давай, дочка, сейчас мы зажгем тут, понимаешь, частушки Бабы-Яги. Ты знаешь, что такое Баба-Яга? Это я. Очень тяжело старушке жить в нетопленной избушке. Леший старый мой приятель мне принес обогреватель. Вот теперь другое дело, сразу в доме потеплело. Я сегодня поздно встала и чулки свои порвала. Я надеюсь, Дед Мороз, новые принес. Помню, елку наряжала, у меня в спине зажала, разогнуться нету мочи, простояла так до ночи. Ночью Дед Мороз пришел, стало хорошо. Приходили зайцы в гости, принесли с собой кости. Я сказала им: ребята, лучше поиграем в карты. Зайчики ушастые так ко мне и шастают. Кое-что меня тревожит, а точнее друг мой ежик. У него колючек много, не могу его потрогать. Мы с Кикиморой однажды с горочки скатились дважды. Мы бы больше здесь катились, только санки развалились. Вот, ребята, что бывает с тем, что сделано в Китае. Ой, вы санки, мои санки, нам испортили осанки. Я к снежкам неравнодушна, без снежков зимой скучно. А устанет вдруг рука, дам ей отдохнуть слегка. На болоте как-то раз я нашла противогаз. Я его надела и пошла на дело. Девочки и мальчики, будьте осторожны, берегите пальчики, отморозить можно. Вылепить снеговика не хватает мочи, а лепить горбатого я могу до ночи.